Номер 33 Инга Кириллова, Ростов-на-Дону. Номер 34 Оксана Романенко, Ханты-Мансийский автономный округ. Номер 35 Светлана Николаева, Астрахань. Номер 36 Наталья Суворова, Москва. Номер 37 Надежда Филимонова из Омска. Прошу участниц стать лицом к судьям. Оценка пропорций. Просьба к судьям присылать свои записки со сравнениями, с пожеланиями сравнений, пожалуйста. Юниорки, рост до 160 сантиметров. Поворот направо, пожалуйста, поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к судьям. Просьба сделать шаг назад, встать на край. Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к судье. Оценка пропорций. Просьба к судьям быть внимательными. Поворот направо, пожалуйста. Поворот направо. Поворот направо. Только России 2001 года. В классе юниор фитнес ниже 160 сантиметров. Наталья Суворова, номер Спасибо. Наталья Суворова, Москва. Следующая участница представляет Омскую область, занимается в клубе «Авангард», учится в колледже управления профессиональных технологий. Тренируется под руководством Екатерины Пузыренко на протяжении 3 лет. Лучшее достижение – первое место на молодежном кубке города Омска. Надежда Филимонова, номер 37. We'll be right back.
судьи, спортсменка из Омска Надежда Филимонова, номер 37. За третье место на нашем турнире награждается спортсменка под номером 35 Светлана Николаева из Астрахани. Юрий Мельников награждает участницу памятной медалью и специально изготовленным дипломом. Просьба встать с левой стороны сцены. На втором месте по решению судей спортсменка из Москвы Наталья Суворова, номер 36. Просьба встать с правой стороны сцены. Наталья Суворова, серебряный призер наших соревнований. А побеждает на нашем турнире на 15-м Кубке России по бодибилдингу и фитнесу Мария Самкова, номер 16. Мария Самкова становится чемпионкой. Аплодисменты спортсменке из Санкт-Петербурга. Итак, поаплодируем нашим победителям.